Всем привет! Ну что, сегодня, ребят, мы будем открывать топовые сундуки, которые мы забрали с пирата, которого мы играли пару часов. Точнее, не вы, а я мучился, издевался, но все-таки лям добил. Так, где там наши сундуки? Вот есть у нас такие и такие. С этих падает неплохо и немало 5К кулаков, руны 6, 7, карта 2. Ну, карта 2 такое себе, у нас их так дохренище. Сундуки ценные, сундуки с чарами не очень. Каменку тоже отсюда пару сетов вытащил. Зеленые камни агментации нахрен не нужны. Точнее, этот не агментации, я уже даже забыл, как оно называется. В общем, не важно. Для меня это зеленые камни, их до хрена. Книжечки топовые и значки почета в коробочках, которых тоже до хрена. А, судьба, вот вспомнил. Вот вторые, где падает самое ценное, это грубая сила, третья карта. Седьмые, восьмые руны талантов, уже 30 камней, воодушевление сет пятый. Ну и, наверное, для меня самое ценное здесь это либо грубое, либо синие кристаллы. Ну и камни, и дальше расходники. Такое себе. Ну что, поехали, будем начинать открывать изначально эти сундуки. У нас их 154, вот 10 рун, 10 книг, 10. Ну, зеленых рун очень падает. Вот коробочка вообще отлично. Так, вторая карта. 150. Ну, опять 150. Чувствую, сейчас мы будем просто сливать значки почета. Так, седьмые руны. Шестых рун в прошлый раз я открывал много, нападала коробочка чарами. Так, 10, 10. Вот еще одна коробочка. Уже две коробки. Три. 4. Идем на рекорд. Так, но кулаки пока отсюда не вытащили. Была надежда, что здесь реально упадет хотя бы 1050 кулаков. То есть 10 мешков нам надо открыть с кулаками. Но, как видите, открыли уже 20 этих. Вот первые кулаки. Первых 5К кулачков. И ни хрена толком не падает. Так, еще уже десяточка, отлично просто. Вот это супер, вот это была акция. Так, карта. Еще. Отлично просто. Ну, если 1050, получится 300. Все равно порезали. Очень сильно порезали у нас призы. И ничего с этим не поделаешь. Первый пират у нас был намного круче в плане дропа кулачков. Так, еще пятерочка, отлично. Вот сет каменки. Я не знаю, куда девать пятые сеты уже. Они место занимают, но я надеюсь, что скоро ведут там шестые, седьмые, восьмые, ну, восьмые тфуты руны. Потому что это реально жесть. Так, ну давайте уже половина. Сейчас посмотрим, что мы там такого интересного вытащили. Окей. Так. Так. Ну, это мы будем сейчас сливать. Однозначно 20К кулаков получили. Хорошо. Камней этих я не знаю, сколько их, и так уже много. 7 коробок. Таких. И уже 10 таких у нас. Ну, не знаю, сколько, опять же, я не смотрел. Так, что по картам? Вторые карты добываются. Ну, неплохо. Первые еще надо до 1000 добрать. Тоже откроем. Так, ну и сетики. 8 сетов каменной кожи уже. Пятого левела. Когда-то только мечтали о том, чтобы пятерку собрать. Поехали дальше. Ну, таким темпом, думаю, 1050 кулаков мы набьем. Так, еще один сетик. Так, ну давай, 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 давай. Ну, как видите, здесь руны падают. Вообще супер просто.
Получается, все, что надо будет, это просто покупать там руны восьмого таланта. Ну, восьмой прокачки, все на восьмой левел. Сейчас посмотрим, сколько у меня там будет уже этих. Вот, книжечки неплохо пошли. Ну, хуже всего, как видите, отсюда падают кулаки. Все остальное нормально падает. Так, давай дальше. Еще один. Да, а что с кулаками? Что за печалька такая? Ну, коробки сыпят одна за другой. Коробок, думаю, 20 соберем точно. А может и больше. Так. Ну блин, где кулаки? Издеваетесь. Так, смотрим. Смотрим, смотрим. Так, 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 так. Ну что там у нас по каменной коже? Уже 10 сетов. Осталось 52 сундука. Так, все плюшки у нас выше героев. Так, 12 еще плюс 2 добавили. 20 коробок уже есть. Думаю, будет штук 30. Вот шестые камни, как видите, намного больше идут, чем седьмые. 581, тут 147. Так, что у нас еще? Ну, по рунам тут смысла особо смотреть нету. Так и видите, 50 сундуков открыли, и ни хрена по кулаках не упало. Сейчас у нас будет уже перелимит. Сейчас придется слить золото. 90, я не знаю, сколько там у меня книг было, мало было золотых, но уже есть. Так, отлично. Ищем, где бы нам слить. Так, 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 так. Завершить, освободили. Сейчас мы построечку улучшим. Так, на 3 миллиона, отлично. Побежали, сливаем. Продать, окей, 834. Ну, думаю, этого будет маловато. Поехали дальше. Так. Да, как-то не радует дроп кулаков. И здесь порезали, к сожалению. Так, 150. И руны, руны идут полным ходом. Еще 150. Вот 5 кулаков, 25к всего. Маловато. Я все-таки надеялся на хотя бы минимум 50. 50-100 думал будет. Нифига. Потолок пока 25. Книги тоже, в принципе, неплохо. Хотя мне они особо не нужны, но пусть будут. Так, коробочка. Вот еще кулачки. Отлично. Трицарик уже есть. Ну давай, рандомчик, что-то интересное выдай. Не хочет. Просто отмороженный он какой-то сегодня. Так, осталось 23 сундука. Вот опять та же самая фигня, ребят. Превысили лимит. Ну, сейчас купим какую-то статую. Статуя, иди сюда. Что тут у нас за самоцветы есть? А ни хрена нету. Говорю, за самоцветы. За самоцветы как раз таки есть. Вот, сейчас купим вот этого злобного. Только хер, куда мы его поставим? Все застроено. Сейчас я найду тебе место. Так, тебя сюда, тебя сюда. Так, так, чтобы мы потом могли... И тебя сюда.
Так, отлично. Есть. Поехали дальше открывать. Слить. 993 слили. Думаю, этого должно хватить. Я надеюсь. Так, где там наши сундучки? Каменка сразу упала. Коробка. Блин, куда эту каменку девать? Я даже не знаю. Вот опять значки, опять значки. Вот кулачки, отлично. Давай, 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 рандомчик. Еще кулачков. Надо было все-таки в первый день ролить полностью. И не париться забивать полностью битком все. И пусть они скажут, что это рандом. Угу, конечно. Так, еще одна. И раз, два, три. Вот так вот. Ну что, открываем топовые теперь. Открыть. Грубая сила. 30 камней. Ну, карта третья. Тоже, в принципе, неплохо. Так, отлично, 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 отлично. Давайте еще откроем вот это, чтобы место не занимало. Интересно, будет больше у меня рибетов, чем некросов. У меня пока на аккаунте больше всего это некросов. Но это пока я не открывал осколки все в сундуках. Сейчас посмотрим. 37, 37, 53. Походу сейчас... Рибит возьмет топ. Так, отлично. Все, смотрим. 3081. Нет, к сожалению или к счастью. 3093. 3081. Практически впритык. Практически. Так, отлично. Побежали дальше. Смотрим. 35к кулаков. Ну, неплохо. И тут еще 240 тысяч. Есть, забрали. Так, надо значки паролить. Так, что? 24 коробки. Ну, так себе. Не особо много. По рунам уже 631-207. С головой хватает на обновы. Вот этих камешков надо будет руну эволюции, если что, набрать. Так, что у нас такого еще интересного? Ну, карту выбили. 12 сетов каменки. Ну, так вроде более ничего. Давайте еще ролим на 5 лямов. Так, окей. Ну что, поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вольт, приди. Ребята, кто не знает, отсюда не рулится вольт. Потому что некоторые верят в это. Так. Добили. Все, слили. Дальше сливать нельзя. Ну, пока 835 тысяч кулаков. Думаю, еще один пират... Там либо какая-то акция, мы уже все-таки кулаки дофармим. Качать там особо нам никого. Только покупать последние рунки. Ну так вроде. Вроде как бы неплохо. В принципе, все. Пишите в комментах, что дальше открывать будем. Вариантов много. Ролить, открывать, сливать. Все, что хотите. Куча всего есть. Карт хватает, осколков хватает. В общем, пишите комменты, подписывайтесь на канал, обязательно участвуйте в акциях, которые идут в конкурс на Некроса, на Вольта, на самоцветы, на таланты. Не будьте ролинубами. Всем пока.